страдают от разгула большой воды и во Вьетнаме. Там дожди заливали главным образом центральные регионы. И результат налицо. Часть населенных пунктов превратились в настоящие водоемы, в которых об автомобилях и популярных в Азии мопедах можно смело забыть. Единственный вариант – лодки. Их, впрочем, на всех не хватает. Поэтому люди набиваются на борт целыми семьями, берут с собой только самое необходимое и уплывают в поисках суши. Правда, части из них будет уже некуда вернуться. Тысячи домов сильно потоплены, сотни разрушены без возможности их отремонтировать. К тому же есть погибшие, их не менее семи.